период новогодних праздников, за достаточно длинный период времени у нас была только одна серьезная авария, аварийная ситуация, это на Воробьевке. Соответственно, порыв магистрального трубопровода ДУ-300. Теплоснабжающие компании, также и водоканал, достаточно по графикам, по плановому режиме прошли данные мероприятия. Если и были, то были и носили локальный характер, быстро устранялись, и жители даже не почувствовали проведение данных работ. Поэтому мы ставим оценку прохождения данного периода как положительную. Все службы отработали грамотно и качественно. На сегодня у нас в городе также ситуация контролируемая. Никаких нарушений не выявлено, обращений нет. Соответственно, я считаю, что пока мы справляемся с ситуацией в полном объеме.